6 новых комфортабельных вагонов приобретены в рамках совместного проекта правительства Тюменской области и Свердловской пригородной компании. Они оформлены в стиле туристических брендов «Императорский маршрут» и «Визит Тюмен» и курсируют по направлению Тюмень-Тобольск. Вагоны оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, а еще аппаратами раздачи питьевой воды. Также в салонах есть информационное табло, установлены удобные кресла с персональными аудиомодулями и розетками для зарядки мобильных устройств. У пассажиров имеется возможность бесплатно смотреть познавательные фильмы о туристических достопримечательностях Тобольской и Тюменской области. В пиковые периоды пригородные поезда императорского маршрута заполнены на 100%. Каждый год поезд перевозит более 100 000 человек.